Напомню, вы смотрите Юньюс, и мы продолжаем. Проводится проверка по факту несчастного случая с ребенком на Уфимском водоеме. Предварительно установлено, что днем 30 июля 5-летний ребенок вместе со своей матерью и сестрой пришли отдыхать на озеро Теплое. Озеро Теплое, надо отметить, не предназначено для купания. Ребенок зашел в воду и утонул. Тело было извлечено спасателями со дна озера. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Напомним, с начала купального сезона в Уфе утонуло 12 человек, двое из них – дети.